В Дербенте нашли старинные экспонаты, похищенные из музея на рынке Ала 2 года назад. Полицейские вышли на след грабителей и при обыске их дома обнаружили оружие, украденное из музея. Часть ценных предметов пропала, возможно, преступники успели их продать. Куда делись остальные экспонаты, следствию еще предстоит выяснить. Напомню, музей был ограблен в феврале 2013 года. Кражу обнаружили сотрудники комплекса, пришедшие утром на работу. Воры проникли в помещение и вынесли из музея сабли, несколько кинжалов работы кубачей, златокузнецов, редчайшие образцы огнестрельного оружия прошлых столетий, а также шашки и шпага, принадлежащие наместнику царя на Кавказе князю Александру Борятинскому.